И кто у нас получится? Кота-корова, что ли? Привет-привет, с вами Китти Кейт. И сегодня мы поиграем в Балышей Смолсис. Давно мы в них не играли. Так-так-так, это что за чудеса-то такие? Это что за подарочки? Беговая дорога... А, это спортивная комната. Что? Туалетик? Здесь был туалетик? В смысле? Ничего себе, он там что, радугами пукает? Очень странно. Ладно, давайте, тут можно купать, оказывается, малышей. Я не помню, чтобы это раньше было. Ну, давайте посмотрим, что у нас здесь еще интересненького. О-хо-хо-сеньки-хо-хо. Здесь целая куча новых яиц. Надо бы их открыть. Но сначала предлагаю открыть подарочек какой-то. Под елочкой лежит. И что же там такое? Что там было? Куда они побежали все? Это что, вот это был подарочек? Да какой это подарочек? Это какая-то... Жука жесть. Что это такое вообще было? Ну-ка, давайте посмотрим, что это такое. А-а-а, здесь можно что-то растить. Ничего себе! Посмотри, что делает наш пёсель. Он вырастил какой-то росточек. Что это вообще такое? Что это такое? Что они там делают? Там реально они растят целое дерево? Интересно, что же там вырастет? Ну ладно, дерево деревом, а елку украшать-то надо? Хотя, какая елка? Новый год же уже закончился. Вы что, елку недоукрасили? Ладно, давайте лучше откроем яйца. Предлагаю начать по порядку. Слева направо. Или нет, или... Да, давайте слева направо. Давайте откроем сначала розовое яйцо и посмотрим, кто там попадется. Это же зайчишка. Зайчишка попался, маленький милый зайчик. Смотри, какие у него реснички большие. Вот это да, вот это славненько. Зря я давно в них не играла. Они, оказывается, такие милые, круглые, пушистые и мимишные, если честно. Ладно, давай второго откроем, посмотрим, кто там будет. Ой, это что? Какая-то лошадочка, что ли, или кто это? Ладненько, давай посмотрим, какие они вырастут большие. Очень интересно вначале посмотреть, какие они станут большие и красивые. И накормим еще больших питомцев, а то они что-то тоже хотят есть, по-моему. Мешаются тут, ходят, хулиганят. Эх, ладно. Пусть пока там наши малыши спят, посмотрим. О, здесь еще есть игрушечки. Вот это да, вот это да. Мне уже нравится. Так, давай накормим нашего малыша-зайчика и посмотрим, вырастет он уже или нет. Я уже жду, не дождусь, когда он станет большим. И какой он будет. Очень интересно, какой он получится. Потому что я, честно сказать, так давно не играла в этих малышей, что совсем забыла, какие они бывают. И они такие милые. О, роза. Это реально роза. Ничего себе, они настоящую розу вырастили. Вот это да, вот это да. Так, давай посмотрим, что там на ней. Цветочки скоро распустятся. Вот это красота. Так, ну что, вы будете расти или нет? Ну, зайчик, давай. В смысле ты все еще есть хочешь? Какие-то долгоиграющие питомцы получаются. Они что, все едят, 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 едят и расти не хотят. Безобразие, однако, безобразие. Ладно, так, ты, собачка, иди поиграй в шары. Правда, все шары разбросал, но ладно. Так, а может быть посмотрим, какие у нас мини-игры есть, раз они так медленно открываются у нас, малыши эти. Я уже жду, не дождусь, а они все не открываются. Ага, давайте посмотрим. О, мое любимое, прыгать по островам. Кстати, когда мы прыгаем по островам, тут же новые подарочки появляются. Это ли не чудо? Давай попробуем открыть какой-нибудь новый подарочек. Главное не промахнуться, не пойти в другую сторону. А то если промахнешься, будет печальная печалька. Так, все, хорошо, что я не пошла за монеткой. А пошла наверх, наверх. Скорее прыгаем наверх. И ждем, какой подарочек нам попадется. Вообще, каждый раз играешь и уже не помнишь, какие подарки были раньше. И это просто каждый раз радостно заново. Это прикольно. Кстати, ребята писали, что Смолсис должна выйти вторая часть. Я уже подписалась, чтобы она... мне пришло уведомление, но что-то его все нет и нет. Если вы знаете, когда она должна выйти, обязательно пишите в комментариях, я буду мониторить. Ух ты, горка! Снежная горка, вот это да, это весело. Так, ну что, наши малыши так и не растут. Безобразие. Ладно, давай пока откроем другие яйца и посмотрим, что там у нас попадется. Давай откроем третье яйцо. Кстати, если... О, смотри, какой смешной! Смешной, это же коробушка какая-то. Так, в общем, если тебе понравился первый малыш, зайчонок, то пиши цифру 1 в комментарии. А я пока открою все яйца и буду ждать, когда они вырастут. Да в смысле они все еще...
О, мне кажется, пандочка нравится. Так, они все едят и едят. Странно. Я думала, что они должны быстро вырасти. Они не хотят вырастать. В общем, давайте сразу по порядку. Зайчишка, о, зайчишка, наконец-то! Смотри, какой он милый! Смотри, какой забавный! Если тебе понравился зайчик, пиши цифру 1 в комментариях. Мне очень понравился. Интересно, что он будет делать новенького и в какие игры играть? Может быть, с ним и мини-игры появляются? Ой, ты что? Держись давай аккуратнее. О, ничего себе! Он сразу на другую карусель. Ладно, у нас еще второй есть. Точно, это поняшка, я так и думала. Только за ним столько мусора. Если тебе понравился поняшка, то ставь цифру 2 в комментариях. Он красивенький тоже, безусловно. Давай накормим наших остальных малышей и сходим пока поиграем в какую-нибудь мини-игру, пока они тут растут. А то они целую вечность растут. Кстатеньки, тут же, наверное, кого-нибудь можно сделать нового. Ой, а роза что, отцвела? Странно, непонятно. Так, подождите, а кого мне надо добавить сюда? Кого мне надо добавить? Может, подскажете? Подскажете, может. Даже не знаю, кого добавить. Собаченцы? Собаченцы? Нет. Так, а с кем можно вообще делать тут новых питомцев? Странно. Ладно, если, в общем, вам понравился поняша, то ставьте цифру 2 в комментариях, а я пойду посмотрю, какие мини-игры у нас появились. Угу, никаких. Ну, покидаемся немножко питомцами. Почему бы и нет? Это, между прочим, весело. Странно, что они здесь не в шарах, как в Флавсис. Потому что Флавсис хотя бы шары придумали, чтобы питомцы не стучали головами об эту стенку. Здесь это странно, конечно. Отлично, мы заработали какой-то кубок. У нас первый кубок! Ура, 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 ура! Так, здесь никого нет? Хорошо, никто не прячется. Слушайте, а тут, получается, каждый раз разные, что ли, растут? Давайте посмотрим. Подождите, зайчонок, давай полей-ка водичкой. Тут реально первый раз роза была, а второй раз какое-то другое растение. Горох, походу. Это очень странно. Почему каждый раз растут разные растения? Это прям что-то клумба какая-то. Ладненько, ладненько. Клумба клумбой. Ну-ка, может, еще польешь? Нет, не хочешь поливать. Ну ладно, не хочешь, не надо, не поливай. Где-то там вон спрячься, свои делишки делай радужные. Почему они все пукают радугой, непонятно. Так, что у нас тут еще есть? А давайте еще шары покидаем. Ну, вернее, не шары, а малышей. Да, мне, конечно, за них жалко, но... Ну, они же сами придумали такую игру, значит, им нравится. Ну, я думаю, что им нравится. Не знаю, не уверена. Надеюсь, пока я играю, там другие малыши вырастут уже, и мы сможем посмотреть, кто там у нас новый появится. Потому что очень интересно посмотреть, какие малыши вылупятся из тех яиц. Ну, вернее, мы малышей это видели, а какие они большие станут, непонятно же пока. Так, ух ты, я, смотрите, сразу две монетки схватила. И мы завоевали новый кубок. И у нас уже целых два кубка. Ну что, давайте посмотрим. Может быть, уже можно... Нет, ну это какие-то Сони за Сони прямо у меня сегодня. Я даже не знаю, как с ними играть, когда они все спят и спят. Безобразники какие-то. Ну ладно. Ну что, будете не отрасти? Нет, вот их и не дождешься. Ладно, пойду попрыгаю по островам. Там хоть гарантированные подарочки. Я вообще люблю подарочки. Ты, кстати, любишь, когда тебе дарят подарки? Или любишь дарить подарки? Я вот даже не знаю, что я больше люблю. Мне кажется, получать. Все равно это приятненько. Так, а я попрыгала наверх и надеюсь, мне попадется что-нибудь новенькое и развлекательное, что ли, какое-то. Так, посмотрим сейчас. Главное не свалиться вниз. Прыгай, 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 мой дорогой котик. Кстати, почему котик прыгает по островам, а не кто-то другой? Там ведь наверняка кто-то полетучее есть, чем котенок. Странно. Может быть, надо было кого-нибудь цыпу отправлять сюда прыгать. Было бы логичнее. Так, и мы почти, по-моему, допрыгали. Надеюсь, я нигде не промахнусь сейчас. А, вот все, подарочек видно. Отлично, я выбрала верный путь. И нам попался... Ух ты, скейт попался. Это хорошая вещь. Ладненько, пойдемте посмотрим, что у нас здесь еще есть. Выкупаем немножечко нашего питомчика. Эй, ты что, будешь выходить? Выходи. Не хочешь делать дела, не делай. Давайте посмотрим. Ну, вы вылупляться будете? Нет. Почему они так долго вылупляются? Кто-нибудь знает вообще? Это, мне кажется, странным, потому что раньше они вылуплялись намного быстрее. И было
Было быстро, весело и прикольно. О, наконец-то, хоть проснулись. Ну вы, Сони за Сони, только и любите, что поспать. Мне кажется, что сейчас Соник должен быть самым милым, но пока я не уверена, потому что они же еще не выросли. О, кажется, выросли, наконец-то. Ну что, вы готовы? Давайте по порядку открывать. Вначале коровушку. Точно, это коровушка, я так и думала. Смотрите, с ней можно сделать нового питомца из коровы и кота. И кто у нас получится? Кота-корова, что ли? Странно, непонятно, да ладно. В общем, если вам понравилась коровушка, пишите цифру 3 в комментариях. Если вам понравилась пандочка, смотрите, какая милая, пишите цифру 4 в комментариях. А я открою слоника. Ой, точно, я так и думала, что он будет миленький. Если вам понравился слоник, пишите цифру 5 в комментариях. Посмотрим, кто победит. А мы пока можем сделать новое яйцо, и у нас еще новая мини-игра открылась. Ну, наконец-то дождались. Так, пёсель, идем ко мне. Пёсель, идем ко мне, и коровушку надо. Из коровы и пёс. Вначале был корова с котиком, теперь корова-пёс. Это вообще странно. Странные какие-то питомцы у нас намечаются. Давай посмотрим, какая мини-игра. А, с шапочками, все понятно. Ну что ж, ребят, а на сегодня все. Сейчас сделаем еще одно яйцо, и я думаю, что будем... Эй, слониша, слониша, идем сюда. Я думаю, что будем сейчас сделать слона-хом. Слоника с хомячком, это вообще странное что-то. Огромного слона с маленьким хомячком. Да, очень интересно, кто там получится. Но явно кто-то блестящий, блестящий. Ладно, ребят, на сегодня все. Ставьте лайки, пишите комментарии, если вы любите играть во всяких малышей. И не забывайте подписываться на канал, чтобы не пропустить новые крутые видосики. И колокольчик, конечно, нажимать, потому что иначе уведомление не придет. А я, кажется, еще кого-то отловила. Это панда-лошадь. Это странно. Панда-лошадь получилось радужное яйцо. Я даже не знаю, чего здесь ждать, потому что какое-то сочетание несочетаемое малышей. О, еще можно заяц-панда сделать? Ну да, давайте сделаем. Так, заяц, иди сюда. Панда, иди сюда. Панда, иди сюда. Заяц, не убегай. Не убегай, не убегай. Да куда ты убегаешь-то все? Смотрите, какое радужное яйцо будет. Ух, тышкин, мартышкин, это ж просто прекрасно. Ну что ж, ребят, все, точно, на сегодня все. Буду ждать, когда у меня обновятся и откроются эти новые яйца, и обязательно сниму продолжение. А на сегодня все, всем пока-пока. И не забывайте подписываться на канал, колокольчик нажимать и комментарии писать. Всем пока-пока.